О необходимости быстрой и эффективной реформы антимонопольного законодательства говорят эксперты со всего мира, которые собрались в эти дни в Великом Новгороде. В рамках недели конкуренции там провели заседание представителей антимонопольных ведомств из 40 стран, в том числе участников БРИКС. Главная тема – как современные технологии меняют мир. Вместе с прогрессом новые вызовы появились в разных сферах, в том числе ценовом регулировании. Глава российской ФАС отметил, для защиты конкуренции на рынке 21 века, где блокчейн и криптовалюты уже реальность, нужно менять правовые нормы. Роботы начинают заключать картельные соглашения, то есть соглашения о повышении цен. И когда мы начинаем расследовать такие повышения цен, то оказывается, что там, в общем-то, и людей это трудно найти, потому что программа иногда начинает самособираться. И установить истинных заказчиков вот этого поведения, которое, вообще говоря, является нарушением уголовного кодекса, то есть преступлением, иногда становится совершенно невозможно. И старое национальное законодательство России, законодательство многих стран, например, стран БРИКС, оно очень плохо учитывает вот эти инновационные технологии, которые служат вовсе не добру, а злу.